28 июня в 3 часа ночи троих парней на праворульной иномарке остановили сотрудники ДПС столицы. На кадрах видно, что у водителя надет микрофон, а пассажир на заднем сидении держит в руках камеру ночного видения. На требование сотрудника ДПС предъявить документы водитель ответил, что он их забыл в барсетке. Паспорт пару? Паспорт. Любой, суретмен обкальчивает. Из-за отсутствия документов сотрудник ДПС принял решение поставить машину на штрафстоянку, а самого водителя доставить в РОВД. Однако водитель предложил рассмотреть другие варианты. Не главное, Сандаз. Азр? Машина стоит в РОВД? Ага. Узум в Актеорск РОВД Апарчоус. Болу? Выход же есть уже из любой ситуации. Конечно, без выходных положений не бывает такого. Конечно. Конца штраф порать твой. Как решить его? Конца сон брать. А джанна убил, может, балдар давар, не знаю. Что же плюсом балдар? Ну, что будем делать? 5000 плюсом, да, ладно? 5000? После того, как сотрудник ДПС озвучил сумму, водитель предъявил все необходимые документы, которые он якобы забыл в барсетке. Вот байки. Паспорт есть? Нашли, оказывается. Машина, да, задняя, на задней. В задней части были. На следующий день смонтированное видео с субтитрами появилось в интернете и вызвало бурное обсуждение. В МВД заявили однозначно, что сотрудники ДПС должны понести наказание. И явно, что водители их пытаются провоцировать. Конечно, элементы нарушения дисциплины у них тоже присутствуют. Это все будет, этому всему будет дана оценка при служебном расследовании. А в ГУВД столицы отмечают, что в этой ситуации по закону должны быть наказаны представители обеих сторон – водитель, пассажиры и сотрудники ДПС. Правовую оценку в отношении сотрудников дорожно-патрульной службы, которые несут службы, в отношении гражданской лиц, которые находились возле них, и в отношении тех, которые сняли на видеоролик всю ту ситуацию, которая происходила ночью. Сейчас сотрудники ДПС временно отстранены от занимаемой должности, а вымогавший деньги у водителя в размере 5000 сомов будет уволен. Сайхал Султанкулова, Тимур Сыдыгалиев, Общественный Первый канал. Номера снял?